Всем привет, это Евгений из Architect Ladder. И сегодня мы поговорим о моих минималистичных кошельках, а именно о модели Coffee Wallet. Этот кошелек легко помещается в передний карман джинс. Он довольно компактный и был сделан специально для того, чтобы выбежать за кофе и взять с собой только самое необходимое. Внутри имеется один большой карман для налички, а также карман, в который обычно я помещаю свою карту и который служит карманом для того, чтобы закрыть кошелек. С обратной стороны есть еще один карман для быстрого доступа. Это может быть как ваша основная карта банковская, так и проездной или пропуск на работу. Лично в моем кошельке содержится 5 карт. Комфортно. Как видно, здесь в переднем кармане у меня находится моя банковская карта. В большом кармане находится немного налички, например, ставить на чай или расплатиться, если терминал будет недоступен. А в обратном, в заднем кармане быстрого доступа находится проездной и пропуск на работу, если вдруг мне нужно будет забежать в офис. Этому кошельку около года уже, и видно, как он потемнел со временем. Если снять карту заднего кармана, видно, какой он был изначально, даже светлее. Это кожа Shell Cardovan. Также, как выглядит кошелек из Shell Cardovan, совсем новый. Если вы еще не знакомы с кожей Shell Cardovan, ссылки все будут в описании, вы можете почитать, изучить. А также есть модель кошелька из итальянской кожи. Это артикул Ghost. А именно кожа, которая покрыта воском и которая классно меняется со временем и тем самым проявляя истинный красный цвет. Если вас заинтересовала эта модель, то заходите на сайт, вы можете найти понравившуюся там модель Coffee Wallet, а также найти другие варианты кошелька. Всем спасибо!